Ай, очередная серия полиции. This is the police. Полис. Игра про полицию. Игра про великого начальника полиции Хардиньо Мауриньо. Он же ваш почетный слуга, ваш любимый стример, надеюсь, Алексей Хардплей. Ну что ж, ребят, добро пожаловать на очередную серию «Чай, кофе, плюшки, ватрушки». Заходите на канал ВАЗ, ссылочка внизу в описании, в избран добавляйте. И вы сейчас все такие: да-да-да, давай начинай. Ребят, буду вам благодарен за эту поддержку. Даже просто кто зайдет через браузер и подпишется бесплатно на этот канал. Спасибо, что со мной, спасибо, что на стримах, спасибо, что не бросаете в трудную минуту. Ну а я тоже вас поддержу. Не забывайте также на Хардплей, ребят, огромнейшее количество вышло контента за последнее время. Заходите, тоже смотрите. Погнали. Так, ну что ж, мы начинаем. Та-та-та, байкеры стали донорами крови. Уважение, уважение. Я тоже сдавал, помню. Вышел, мне чуть сознание не потерял, но очень-очень интересно. Слишком едва держусь на ногах. Завтра приходишь. Чего вы все не работаете, никто? Что началось-то? Привет Ютубу, да, вот вам в чатике передают. Ого! Стукач убит. Изуроновое тело обнаружено в канализации. Бывает. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. А чё так все? Ой-ой-ой. Ой-ой. О! Это Хард де ла Торра? Чи кто? Чи да, чи нет, не бачу. Давай в Б. Слушайте, хороший. Хороший, хороший. Слот для офицера. Ля! Какой-то два в одном получается. Давайте вот эту возьмем. Жесткая такая, видно. Такая жесткая. Осуждаем. Так, в смену А. В смену А. Нам таких надо. До генерала дослужиться. Прибавки, прибавки прут со всех щелей. Какие. Слушайте, у меня спецназ прокачан. Там их можно 75 раз вызывать на дню. Одну секунду. Одну секунду. Пушистые шмели. Что? Правильно. Шмели. Та-та-та-ра-та-та-та-ра. Та-та-ра-та-та-ра-та. И хорошая погода. Пушистый. Не-не-не, надо дождаться. Надо дождаться. Надо дождаться. В эту смену не, без следователя нельзя. Домогательство. У витрины крутится странный мужчина. Пристает к выходящим с пекарни женщинам. Хозяин с пекарни считает, что это дантист. Да не будет так маньяк действовать, тем более настолько прошаренный. Тем более там ни хрена, там просит вызвать полсмены. Не-не-не-не. Ой, какая рыженькая, смотри, смотри. Надо на повышение ее. Ой-ой-ой, да хорош! Драка. Директор школы сообщила, что прямо у нее в кабинете сцепились две мамашки. Нарушение общественного порядка. В бизнес-центр вошел мужчина с тремя питбулями. Вот здесь вот будет, ну, довольно жестко. Хотя давайте молодняк весь отправлять пока. Пока шляпные задания молодняк отправляем. Задание выполнено. Домогалово. Мужчина оказался владельцем новой пекарни и пытался переманить клиентов. Но здесь надо ждать. Надо ждать, когда выйдет следак, да. Потому что, блядь, на косарь следак очень жесткий. Надо ему еще одну эту лычку повесить. Очень лютый тип. Мистер Бойт. Я готовлю большую статью для журнала «Праведная жизнь». Тема моего материала — копы-садомиты. По моим наблюдениям, в 13 городах нашей страны, складывающиеся на карте в сатанинскую пентаграмму, погибают... Садомиты, ясно все. Так, ну надо еще парочку. Смотри, тут что-то это с питбулями-то не все так просто. Посерьезнее, ребята, отправим. Такие на 600, на 500 с двумя лычками.
Задание выполнено. Баба уехала, хорошо. Задание выполнено. С питбулями справились даже без лишней возни. Слушайте, поступил новый вызов. У меня такие офицеры прокачанные, вообще жестко просто. Жестокое обращение с животными. А Билли Баклер сообщил, что к нему на ферму проник какой-то полоумный с тесаком и начал кромсать. Чё, тварь? Так, а ну-ка, мать, давай-ка потяжелее заедем. Я сейчас там покромсаю. Вот это уже странно. Спецназ вообще не жалко. Давайте, знаете, как мы сделаем? Если что, вот так вот бросим. Если что, подкрепление попросит. Слушайте, мог он так сделать? Да, возможно, ребят. Псих мог забежать. Мало ли, может, у дантиста кукуху сорвало. Господин Бойд, я хочу снять видео на фоне главного символа города. Это общественное место, поэтому прошу отправить сюда 4 копов... Ну, лишних типа людей разогнать. Да, давайте, почему нет, бабок заработаем. Бабосики нужны? Слушайте, ну там под вопросом. Малой, давай, дружище. У нас внештатная ситуация. Увидев полицию, нарушитель поднял руки вверх, на оружие не выбрасывает. Медленно подойти к преступнику ни в коем случае. Нет. Да. Задание выполнено. Отработано. Отработано. Что-то у чувака колпак сорвало. Мафия отстегивает бабки, ребят. Но бабушки тоже, видите, они иногда понадобились. В женской клинике все спокойно. Но на всякий случай я хорошо, что перестраховался. Босс, спасибо, мы смотрелись на такое, что по кабельному не увидишь. 8000 долларов прилетает. Левачка. А тем временем уже, кстати, 6 вечера. Кстати. Захват. О-о-о, на конкурсе двойников Элвиса Пресли пришла хорошо известная жителями Линди Брянд, которая сообщила, которая решила по-своему оценивать курсантов. Как заявил владелец бара, это неадекватная фанатка Элвиса. Орала, ну понятно. Охранник попытался вышвырнуть женщину на улицу. Та выхватила из сумочки нож. И, мать, что-то какая-то это, по-моему, реально немножко... Опа-опа-опа-опа. Мокруха! Ну-ка, подожди-ка. Так, тут надо посерьезнее. Тут надо, я бы вот так вот даже... Более ехать недалеко. Нападение с применением огнестрела. Из телефонной будки позвонил мужчина и сообщил, что ему угрожает снайпер. Я не могу выйти, он сразу же стреляет в асфальт, когда я... Вокруг двери столпилась куча двойников Элвиса. Немедленно разойтись, всем сосать, работает ОМОН! Внутри до смерти испуганный мужчина пародирует Элвиса для женщины с ножом. Ну-ка брось-ка нож и подними руки. Задание выполнено. Это же женщина. Сюда, в автозак! Задание выполнено. Куда ты? Что? Тип в телефонной будке реально не врал? Нет, ну этого вообще никто не ожидал. Я думал, психически какой-то. Исправительное учреждение. Под воротами тюрьмы бродит старик Лохмотьев и кричит: «Я дантист». Я бы...
Правил Б. Ты знаешь, здесь... Тут может быть все что угодно, на самом деле. Ребят. Ты знаешь, может сейчас что-то вот случится, вот типа как с телефонной будкой. Знаете, мне кажется, игра уже здесь мне такая тонко намекает. Братишечка, ты давай повнимательнее будь, потому что, может быть, как раз именно так-то дантист и попадется. Угу. Рагнарок, есть, да, идея такая. Кстати, как у меня вообще... Не... Вы что-то, что-то, ёпта, за штат, сука, нахлебников? Так, школьники, это что за дела? Ух, нифига себе, я нанял типа. Так, мамба, чини мамба, все работать, всем работать. Что, совсем что? Задание выполнено. Сидят там, смотрят. Старик в лохмотьях оказался бомжом. Главное, лучше перебздеть, чем недобздеть. А мало ли, может быть, сдаться захотел дантист, может, надоело. Дай смея нашу спокойно закончилась. Спасибо, спасибо. Ну давай, 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 давай. Легчайшая. Минус один. Но, как бы понятно. Чпок, чпок. Нормально, нормально, нормально. С Мэри и так. Блин, надо стукачка мне еще одного найти. Надо стукачка какого-нибудь. Большая распродажа. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Все работаем вперед. Хватит твари дома сидеть. Спасибо всем. Ваша доля. Я и так нормально делюсь. Ну-ка, тихо. Ля ты крыс. Я и так нормально делюсь. Эти вообще не делятся. Так, вот, вот задерживать надо ехать прям серьезным ребятам с этими. Это все-таки серийное убийство гетто. Да ёб твою Сейчас спецназ приедет. В гетто лучше ехать с кем-то. Жестокое обращение с животными. Школьники утверждают, что на урок биологии заявился дантист, стал... Ай, бля. Школьники, да? Поступил новый вызов. Со спецназом сейчас поеду. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. 1165. Сюда просто... Да, банда уничтожена! 35 тысяч доляров сюда! Та-та! Вот так вот просто! Сюда! 91 тысяча! У-у-у, малина! Рамасан! У-у-у, лайма! Так, расследуем там все. Что, у меня детектив один вообще вырос, просто какой-то убийца, нагибатор 228. Позвонить преподавателю университета, сообщил, что студент первого класса вышел к доске во время лекции, снял штаны и испражнился прямо перед всей аудиторией. Это был некий обряд посвящения. Мать, иди там, сделай что-нибудь с ним, я не знаю, шапалах, да, или еще что-нибудь. Это школьники. Задание выполнено. Пожалуйста. Школьники хотели сорвать контрольную и выдумать всю историю. Сорвали контрольную? Ой, боже. Так. Так, надо нам переобучение. Вот это раз. И сразу же, наверное... Блин, может еще одного детектива жесткого вырастить? Вот этот пацан молодой. Давай вот так вот сделаем. А, да, стукачка. Стукачка, вот white, white, white. Нет. Нет.
Блять, кого? Кого взять-то? Все офицеры одни. Не смена, а элита какая-то. Элит форс, морские котики. Да ладно, короче. Поехали. Перси, да сейчас. Ага, чтоб его, не дай бог, это. Стукачков валят потом. Все, школьник поехал в ПДН. По делам несовершеннолетних. Какая-то опять БДСМ-вечеринка намечается. Так, здесь вот надо прям вообще, ребят, по полной работать. Давайте. Слушайте, у меня, я не знаю, может быть, так все, конечно, играли, но у меня настолько мало офицеров гибнет и всех остальных. У меня настолько квалифицированный штат сотрудников, вообще просто лютые. Смотри, там типы заряжены по пятихату, по 400, по 700, по 600, по 500. Эти сыщики вообще, следаки там вообще какие-то бешеные, там косарь, там 900. И по две лычки, по одной лычке. О, захват заложников жертвами. Ричард Лестер, менеджер пиццерии, сообщил, что неадекватный пожилой мужчина. Ага, 54 лет. Поругался с сотрудником заведения из-за слишком длинных очередей. Достал пистолет, выстрелил. Когда люди в панике стали ломиться входа, он еще несколько раз выстрелил в воздух, приказал всем закончить трапезу. Значит так, сынок. Отец. Нахер все собираемся. Перси подставлять не буду. Перси остается за старшего. Хотя как он может остаться? Как старший может остаться за старшего? Согласись? Как? Типа, как уже человек старший может остаться за старшего? У нас нештатная ситуация. С улицы видно, что подозреваемый сидит за столом в углу и спокойно ест свою пиццу, рядом с которой лежит пистолет. В зале помимо преступника еще около 10 человек. Так, он в возрасте. Позвонить в пиццерии, попросить к телефону мужчину с пистолетом. Штурм нельзя, погибнут люди. Попросить телефон, пожилые переговоры. Задание выполнено. Просто выслушали, зарешали. Задержан. Господин Бойт, я хочу попросить вас о небольшой услуге, которая может вас сильно озолотить. Просто пришлите ко мне двух полицейских, которые сделают вид, что пытаются остановить ограбление. Я подчеркиваю, грабители должны уехать с места преступления в целости и сохранности вместе с кушем. Озолотить, говоришь? Кстати, я бы, знаешь, что еще сделал? Я бы, наверное, вот так вот сделал. Не-не-не, перси нельзя, ребят. Могут уйти со службы. Поступил новый вызов. Так, вот здесь что-то важное. Кража. Устроила, короче, пати на 30 человек. Ближе к концу, когда слуги начали мыть посуду, она заметила, что не хватает около 10 серебряных столовых приборов. Дом еще не покинул никто. Адмирал Перси. Как раз весь молодняк пусть поучится. Но правда убежать могут, но ничего страшного. Подозрительный индивидуум позвонил пенсионерке и пожаловалась на своего соседа. Я давно не встречала его жену, а вчера ночью заметила, как он закапывал что-то у себя на заднем дворе. Поступил новый вызов. Еб твою мать, что тут у вас? Массовые убийства. Зашли в ресторан. Минус 50 им за это дали всего. Ой, как стыдно! Ой, стыдно прям. Ой, стыдно, но я возьму. Блин, я сюда, ребят, не успею приехать. Я не успею.
Задание у нас выполнено. Нештатная ситуация. Гости заканчивают есть десерт и беседуют о политике. Выбор сам подозреваемый мужчину и сбить его. Один мужчина учился, скакивает и кричит, что он достопочтенный намерен участвовать в подобном цирке. Воспользуешься паникой, одни из гостей встал и тихонько стал отходить к черному входу. Задание выполнено. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, на крысичьих побежал. Задание выполнено. Ребят, ну, подозрительный индивидуум, шляпа оказалась. Ай-яй-яй-яй-яй. Поступил новый вызов. Изнасилование. А, многоквартирный дом. Ну, такая-такая сообщила, что слышала шум и крики из соседней квартиры. Она могла разобрать слова мужчины. Я сейчас найду, чем заткнуть тебе рот, шлюха. В квартире живет парень, у которого постоянно какие-то проблемы с законом. А ну-ка, давай-ка дождемся основную эту. Там либо вечеринка какая-то по случаю. Что у нас здесь по расследованию, кстати? Еще один день подождем, а будем расследовать. Все, приехали, все. Конец смены, можно прям упороться. Вообще прям всех самых, ну, естественно, Перси. Прям всех туда бросить. Конец смены. Можно двух было отправить и потом в подмогу других ребят. Могли двое просто погибнуть. У нас уже было один раз такое. То, что я отправил двух, и их просто взяли и расстреляли. И все. И типа минус два офицера. Или что-то типа подобное. Один раз такая подобная ситуация была, что-то какая-то. У нас нештатная ситуация. Три квартиры. Заплаканная голая девушка лежит на диване, а рядом стоит парень с пистолетом. Он целится в полицию. Немедленно брось оружие. Задание выполнено. Броситься это было сразу. Минус офицеры. Все, четенько. Четенько. Дед у нас подустал прям конкретно. Опять сотрудница мэрии. Минус. Ага. Дантист. Дантист валит все старше. Женщин было написано. Пойти домой, да. Да, но приходи завтра. Вы задолбали, блядь, бухать. Симпсон, да, повысить. Да сраку тебе. Сейчас, ага. Стукачей я еще повышать буду. А вот накинуть лычечку молоднику. Я считаю, неплохой стимулом для службы. Так, 78-й день. Стукачку бабосики занесли, драгоценности. Забрать все себе. Ничего страшного, там все счастливы. У нас и так, у них пикник недавно был, все хорошо. Расследование. Как у нас двигаются расследования? На расследование, кстати, полным ходом. Значит, если за сегодняшний день ничего там не будет, то врываемся. Это расследование, потому что детали, я так думаю, что уже можно, наверное, их собирать. Надо посмотреть будет. Вор, чей-то вор. Я просто взял, мне надо, у меня пенсия, ребята. Я коплю себе на пенсию, мне надо всего полмиллиона долларов. Взяточник, мне просто дали. Я возьму, куплю дом и потом как бы отдам. Да ну почему вор? Это не вор, это... Поступил пенсия, ребята. Пляж, опять на пляже. Публичное совершение. Кто-то обратился в полицию за молодой девушкой, которая загорает на Голодском пляже голая. Ну что же вы все задолбали? А я сюда пришла вместе с внуками, а здесь, раздвинув ноги, лежит эта бесстыжая. Афроамериканцев у нас нет, но Сога, как молодой сотрудник, сегодня день Сога. Понимаете, он просто врывается, и у него и повышение, поступил и с девушкой там надо
скрутить очень жестоко. Значит так, владельца галереи пожаловалась на ремонтника, который монтировал для нее экспозицию. Я сделал ему замечание, он посмотрел на меня как настоящий серийный убийца. Это, наверное, дантист. Вешал чел картины и... Да. Задание выполнено. Сюда. Поступил новый вызов. Нападение. В больницу пришел здоровый мужчина, чтобы проведать Кристофера Роудса, но его не пропустили, так как часы для посещения закончились. Мужчина начал скандалить и ударил медсестру. Ударил, говоришь, медсестру? Задание выполнено. Поступил новый вызов. Нападение. На брокера прямо в офисе напал недовольный клиент. Заперся в туалете, нападавший пытается выломать дверь. Погнали. Так, Сога приехал счастливый. Поступил новый вызов. Подозрительный индивидуум. В больницу пришел мужчина с рваной раной кисти. Он утверждает, что повредил руку дрелью, когда что-то сверлил дома. В профиле он вылитый дантист. Порча имущества. Группа защитников природы собралась в магазин. Будет прикол, если вот это реально он. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Подозреваемый рисун, но он все время сопротивляется, требует пустить его проведать пациента. Это мой брат. Он может не дожить до конца недели. Дайте мне его просто увидеть. Нет, он ударил медсестру. Задание выполнено. Нет. Он уже нарушил закон. А извините, это... Задание выполнено. У нас нештатная ситуация. Из магазина выбегают покупатели и сотрудники. Охранники пытаются вразумить митингующих. Один из активистов бросает коктейль Молотова в разбитую витрину. Задание выполнено. Поехали. Просто сразу прям. Чётенько вообще работаем. Идеально пока что смена идет. Пока что. Поступил новый вызов. Массовые беспорядки. О! Постой, фанат, я хочу спросить. Давно не было. Поп-звезда не может попасть на концертную... А, нет. Я думал, футбольный стадион. Ее автобус окружили возбужденные поклонники. Менеджер певицы спасается, что фанаты разорвут ее на кусочки. Приезжайте, наведите порядок. Ну, идите вдвоем, где-то съездите. Разорвут и разорвут. Одной больше, одной меньше. Задание выполнено. Понятно, что фейк. Бахтакор чемпион. Надо, кстати, посмотреть, когда следующая игра. Надо посмотреть, когда у Спартака следующая игра съездит на стадион. С Малой. Малой, по-моему, спрашивал. Водородная бомба. Нейтронная бомба. Второго апреля. Надо посмотреть будет. Так, поехали. Так, ну что ж, открыть расследование. Два раза уже не находит новых кадров. Поехали. Подсказки. У нас есть чувак, который зашел в переулок и потом оттуда не вышел.
кисть правой руки отлетела, под коленями синяки, в груди три отверстия от пуль вокруг тела. А руку зачем ему отхерачили? Официантка. Я его сразу не узнала, но это мой сосед лежит. Ага. Какое, блядь, совпадение. Я часто встречала его вместе с мужеподобной и опасной на вид женщиной. Они почти постоянно ссорились. Помню еще, что у нее была уродливая татуировка. Не наблюдаю что-то связанное с татуировкой. Про нее ни слова. Бомж! Меня разбудил чей-то истошный вопль. Но пока я вылез из своей коробки, все уже стихло. Я заметил только спину человека с пистолетом. Вижу пистолет, который торопливо садился в крутую тачку. Очень похоже вот на это. Пока просто набираю кадры. Фигура вроде мужская, но волосы длинные, хер поймешь. Развелось столько гомиков. Домовладелец. На днях я заметил, спорил на улице с каким-то странным чуваком в капюшоне и тростью. Чувак пару раз ткнул Эдгара в живот, тростью в живот. Я уже думал вызвать копов, но парни продолжали другую, сошлись. Эдвард всегда платил за квартиру. Думаю, он был связан с наркотой или еще чем-то незаконным. Медэксперт. Кисть была отделена от тела. Значит, белые. Работаем по белому, потому что только пока что с белым нашли. А пока Эдгар Санчес был еще жив. Ровные края раны. Все я услышал. Указывает на то, что это сделали одним резким ударом. Услышал. Синяки в коленной области появились от удара твердым предметом, вроде дубинки. Похоже, преступник сверху повалил жертву на асфальт. Вопрос, если какие-то, ну, имеются, может быть, говорить. Не стесняйтесь там. Просто расследование прошло просто, я не знаю. Ну, гений, что? Ну, что говорить? Ну, это лайк. Лайк, факт. Да? Просто гений. 300 IQ. Угу. Было довольно просто, простой экста. Слушай, чувачок. 79-й день, 1 октября. Футбольный стадион примет концерт в честь Дня города. Казино мы не выпускаем... мы не впускаем сумасшедших. Здесь все хорошо. Все замечательно, все красиво. Все прям хотят работать. Я не узнаю вас в гриме, ёпта. Так, сразу вот сюда выезжаем. Берем таких посерьезнее, ребят. 100% со спецназом. 865. Смены у меня полные. Все, в принципе, идет очень даже неплохо. И, кстати, я бы, знаете что? Я бы, наверное, отправил в полицейскую академию вот этого дружка нового. Пусть он сразу обучается. Ну, пал, ребят, пал. А что ж сделать? Все, повязали. Спецназ, но у нас все жесткое очень. Слушайте, у нас этот тоже вырос, по-моему, с 300. На 665, ты посмотри, у нас не вообще все четко. Может, дело открыть?
Может, дело открыть, и я открою. Я могу. Мы еще туда... Что это у нас висяки-то? Торчат. Поехали, пацаны. А, что за букву В рядом с сотрудником? Со смены Б отправлен. Но это тот, который отпрашивается, любит вот эти... Я ему сказал, он говорит, можно я пойду сегодня домой? Да, ну завтра приходи. Он типа показано, что он, ну, на день пришел. Заплаканная женщина сообщила, что сосед последние несколько дней что-то сверлил дрелью, изразлившись от постоянного шуба. Ее муж Дерек пошел разбираться. А мужчины не нашли общего языка. Та-та-та-та-та. Получил дрелью в живот. Сумел вернуться домой, запереть дверь. Сосед ломится к ними в квартиру. И слушай, ну... Я смотрю... Такие ребята эти, я понял. Поехали-ка прям. Прям вчетвером туда завалимся. А доиграется спецназ, еще вызову. Блин, очень интересно, как вторая часть выглядит этой игры. Порча имущества заметили школьники. Мне кажется, они соревнуются, кто больше соберет оторванных трубок. Оторвает трубки у телефона. А, в телефонных будках, что ли, трубки рвут? Нет, ну такая сложнейшая задача только под силу моему... О, как, блядь. Вот так вот. Алло. Джек, охрана порта завернула наш грузовик и не смог договориться. Да, без проблем, я тебя умоляю. С Б. С мафией у нас все на мази, везде все на мази, все четенько. Все хорошо. Все, как говорится, чики-чики-бомбони. Порча имущества. Перси отработал. Поступил новый вызов. Да еб твою мать, опять драка на пляже, я сейчас закрою этот пляж. Не поеду. Пошли нахер. Не разрулили. Не поеду я на пляж. Задолбали. Серферы там, то вот эти бабы с этими, с пилотками там что-то все не поделят. Хорош. Все, пусть дерутся. Задание выполнено. Ну все, убежали и убежали. Бывает. Поступил новый вызов. А вот перестрелка в центре города. Вот это уже многочисленно, очевидно, сообщаешь. В центре города столкнулись две большие черные джипы. Оттуда выскочил уже... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, братцы. Здесь надо... Ребят, там прям потяжелее. Прям ребят надо брать. На улице мужскую фигуру в подвороте, мы сразу бежали, но вдруг он... Съездите тоже. Вот сюда, вот сейчас, вот здесь, возможно, сейчас начнется, ну, прям что-то такое. Черные какие-то люди в каких-то черных джипах. Прошилка какая-то, ой-ой-ой, там что-то прям тяжелое, ребят. Поступил новый вызов. Блядь, да что ж такое? Чё за смена такая? Задание выполнено. Блядь. Задание выполнено. Хорош, хорош, пацаны. Никто? Все живы? Хорош. Хорошо. Еще и автоматические эти... Еще и стволов набрали. Мафии продаем. Жестко, жестко. Не, ну там сотрудники у нас очень серьезные поехали. Стрельба на школьной дискотеке. В спортзале раздались выстрелы. Один из учителей упал на пол, здоровый в животе. Началась паника. Значит так, блядь. Слышите? Вы там. Подождите-ка, давайте-ка мы вот этого больше. Мне надо вот этого товарища. Поступил новый вызов. Да,
заапгрейдить. Убийство. Стоял кудрявый пожилой мужчина. Подошли два молодых человека, попросили сигарету. Ответил, что не курит. Развелась драка. Старик сразу успешно сумел отбиться. Один из них достал нож. Я все понял. Что только не творится, реально. Вот так вот подумаешь, да, как полиция тоже работает. Вот звонки, это же вообще жесть. Это, наверное, что только не выслушивает оператор. А справится они? Задание выполнено. Прям на тоненького. Так, поджог у нас расследуется. На месте преступления собралось несколько зевак. Рыжий мужчина с белой одеждой склонился над телом, пытаясь с ним что-то сделать. Так, всех от трупа прогоняем. Побежала молодая женщина. Сказала, что напавшие уже убежали. Одного из них она узнала. Это сосед из 207 квартиры. Возле коридора второго этажа разрисован странными символами. Больше всего рисунков. Задание выполнено. Я еще там буду ковыряться, что ли? С коридора как зарядило. А ну-ка всем сосать, всем выйти. Из сумрака. Садомиты. Бан, блядь. Сейчас я еще по палатам там буду ходить проверять. Есть уже. Работа, так скажем. 80-й день. Ну что ж, с юбилеем нас, с небольшим. Танцевальная студия организует выступление рядом с кукурузным монументом. Участник конкурса сломала ногу, ничего серьезного. Антидепрессанты. Сегодня у меня закончился последний пудерек. В аптеке сказали, что новую партию привезут только завтра. Да, но приходи завтра. В элитной галерее, да. В дрочильне в элитной. Прекрати. В галерее он там ходит. Работаем. Знал, куда пошел на работу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как мне прокает, а хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, отец! Спецназ уже некуда дальше улучшать. Спецназ уже просто он, не знаю, там реально элит форс у нас уже какой-то. Хрен с тобой, ладно, давай я тебя повышу, задолбало. Сколько дальше повышаем? Так, 80-й день. Поступил новый вызов. Старшая школа. Угроза самовыпила. Старшеклассница заперлась в кабинете химии, кричит, что сейчас мешает себе смертельный коктейль. У нее катает несчастная любовь. Ну, в принципе, все как всегда. Ты меня любишь? Нет, ты меня. Да я вас всех люблю! Всех люблю! Бля. Задание выполнено. Да, ёпта. Что-то мне кажется, сейчас может начаться. Слишком все как по маслу идет. Знаешь, такая чуечка. Поступил новый вызов. Продавщица из магазина сообщила о воровке. Девушка вышла в примерочной, майках. Ну, это дефолтная история. 25 майк, 75, блядь, футболок. Поступил новый вызов. А мошенничество. Кассир стал заигрывать с покупательницей. Попросил ее показать документы, а иначе он продаст ей бутылку вина. А винишка тян, да, говоришь? Винишка тян, это хорошо. Пока все идет хорошо, блин. Лавандосик копится, все мутится.
Может, из архива что-то поднять, а? Жек, у нас намечается дело. Хотим, полиция все испортила. Чего? $500 ты мне даешь? Ты что, угораешь, что ли? Что это за мафия, которая дает $500 за что-то? Приеду. Пойдет такое. Что это за приколюха такая? Вот еще. Поступил новый вызов. Вооруженное ограбление, ломбард. Выезжаем, ёпта. Хера у тебя не выйдет. Ты мне еще $300 предложи. Ага, сейчас. Сраку. Что это за мафия такая? У меня зарплата больше реально в месяц. Они мне говорят, слышишь, ты можешь кража? Вы... Подожди секунду. Вот совпало же, а так. После закрытия банка к зданию подъехал фургон, из которого выскочило 3 человека в масках. Они быстро... Ну, как говорится, надо правильно расставлять приоритеты. Ну, наверное, совпадение. Задание выполнено. Ребята, совпадение. Факт? Факт. Как бы я-то что сделаю? Надо, так скажем, я... Да, банк. Поступил новый вызов. Задание выполнено. Ну, ограбил, ограбил, что бухтит. Давай попробуем. Задание выполнено. Живите. Пока прокает нормально. Пристойное опять действие. Да что ж такое? Что ж у вас тех с писюном-то тянет поиграться? Да что ж вы, что вы за народ-то такое обыдло? На скамейке в парк сидят для пожилых мужика и играют в карты на раздевание. Я ничего более, говорит, отвратительного в жизни не видел, сказал прохожий. Мужики, ну ёб твою мать. Я говорил, не играйте в танки. Не играйте. Ну ладно, играйте, но на арте не играйте. Блять, пожалуйста. Сидят. Ой, господи. У нас нештатная ситуация. О боже. Один мужчина бодро вскакивает на ноги, бросает на скамейку карты, поворачивается голой задницей к детской площадке и кричит: «Я-хай, блядь!» Задание выполнено. Да. О боже. Поджог, еще кадры собираются, пусть собираются. Red Bull, не, ну каждому свое. Спасибо, ребят, еще раз за подписки. Кто в избранные добавляет, кто меня поддерживает от души. Кто сейчас, кстати, смотрит без подписчики, не забывайте. 2 секунды регистрации. И давайте общаться в чате. Буду рад. Так. Устает, устает у меня смена. Опа. Так. Движение. Алло. Бойд. У меня мало времени, так что слушай. Палмер? Он у нас, Джек. Дантист у нас. Ого, поздравляю, Итан. Ну, если честно, я не уверен, что это дантист. Но это совершенно точно тот, кто совершил все эти убийства во Фрибурге. И это молодая женщина. Подожди секунду, очень разве... Очень крупная, очень сильная женщина. Извини, Джек, мне пора. У нас тут брифинг. Но... Что-то тут не так, Джек. Кто-то водит нас за нос. Поговорим потом, ладно? Я почти успел забыть это чувство. Чувство, когда ты остался на обочине важных событий. В
Впрочем, я понимал, что пробудут в стороне недолго. Палмер тут ни при чем. Дантист или тот, кто его изображает, это подарок, предназначавшийся мне. Просто его доставили не на тот адрес. И у меня есть догадка насчет того, кто так бережно упаковывал коробку. Читаемо. Да. О, гонщики, да? Авария в центре города. Игра вроде старая, а... Коробку Caesars. Благодаря этому костюму вас видно издалека, мистер Бойд. А, мистер Чаффи, учитывая вашу страсть к театральщине, я боялся, что вам вздумается продержать тайну вокруг дантиста еще денек-другой. Ну что вы, мистер Бойд, это у Робеспьера страсть к тайнам и театральщине. Незачем путать артиста с его персонажем. Для вас я готов изобразить торопливого бизнесмена, который любит переходить сразу к делу. Это тоже не вполне я, но такую маску мне носить совершенно не в тягость, я давно к ней привык. К тому же я не хочу отнимать от ваших 180 дней ни секунды и больше, чем требуется. Сколько у вас там осталось? Примерно половина? Ленин! Ленин я! Вперед, батенька! Не можете, мистер Бойд, как мучительно... Поработать надо! На субботничке коммунистическом были? ...существований, которые я предпочел бы не знать. Обладая наши правоохранители хоть малейшим художественным вкусом, они мигом раскусили бы мою безыскусную стилизацию. Ха. Открытки. Как же я... А если бы настоящий дантист объявился в самый неподходящий момент? Вряд ли такие люди, как он, в восторге от самозванцев. Настоящий дантист еще весной умер от сердечного приступа, загорая на пляже. Об этом, впрочем, я узнал совершенно случайно. От одного университетского друга, психотерапевта. Именно он, кстати, убедил дантиста больше не убивать. А зачем убийство вам? Очевидно, Роджерс когда-то изнасиловал всех этих женщин. Было бы куда эффективнее их разговорить. Мистер Бойд, меньше всего бы я хотел предстать в чьих-то глазах банальным мясником. Я потратил достаточно времени на этих женщин, чтобы убедиться, что живыми они больше не принесут пользы. Не уверен, что этого нужно стыдиться, но Стюарт Роджерс многократно превосходит меня в умении запугивать людей. Видимо, такие вещи приходят лишь с опытом. Охренеть. А вот убийц действительно стоит стыдиться. Это тот позорный груз, который я буду нести за собой вечно. К сожалению, не самый позорный. Что может быть позорнее, чем обречь женщину на такие ужасные преступления? А чем вас не устраивает женщина в качестве серийного убийцы? Во-первых, милая Джордан делает все это предприятие чуть менее вульгарным. Во-вторых, из всех моих должников она оказалась самой сильной, и не только физически. В-третьих, у нее были причины рассчитаться со мной как можно скорее. Не вдаваясь в подробности, скажу, что она очень, очень заботливая мать. Ты понял, чем он ей вообще угрожал? А это действительно вкусно? Познакомься мы с вами пораньше, мистер Бойд, и я бы открыл для вас куда более уточенное удовольствие. Во всяком случае, не такие дурнопахнущие. Боюсь представить, что вы понимаете под утонченным удовольствием, мистер Чаффи. Кровавые фонтаны посреди города. Мистер Бойд, вы совсем меня не слушаете. Я не нахожу в убийствах ничего увлекательного. Я убил лишь столько, сколько нужно для дела. В конце концов, Джордан не задушила всех женщин, которых изнасиловал Роджерс. Это было бы излишним. Если бы она убила всех, вы бы по-настоящему расстроились, да? Не могу сказать, я понял, что я понимаю ваш план, мистер Чаффи. Зато понимаю, что вы дали достаточно поводов арестовать вас. Да, но я постараюсь перекрыть их одной веской причиной не делать это. Бля... Кажется, вы говорили, что как-то раз обедали здесь. Да,
не лучшее заведение. Возможно, мы просто не ознакомились с полным спектром наших услуг. Сейчас я чувствую, там начнется такой аттракцион. Люся! Вызывай спецназ. Когда я унаследовал от отца это безвкусное место, я понимал, что его не получится превратить в изысканное заведение. Зато я смог возвести его мерзость в абсолют, а это тоже художественное решение. Теперь я даже живу здесь. Этот комплекс для меня как Фрибург в миниатюре. Но речь не об этом. Еще в школе, в одном французском романе, название которого вам все равно ничего не скажет, я прочитал об удивительной вещи. Якобы в Париже, незадолго до революции, были популярны заведения определенного типа. Богатые люди приезжали за город, сбрасывали с себя свои роскошные плащи, стягивали с пальцев белоснежные перчатки. Под присмотром фермера жестоко дырявили кинжалом быка, а потом, измазанные брызгами крови, собственноручно готовили на огне большой кусок мяса. Страдающим от собственной изнеженности аристократам это доставляло какое-то извращенное удовольствие. Теперь оно доступно и жителям Фрибурга. Не буду лукавить. Я считаю людей, выкладывавших на эту мерзость невероятные деньги, сумасшедшими. Но вот что интересно. Для хорошего стейка нужно нежное мясо молодого быка. Примерно 11-месячного. Красивого, здорового, полного сил. Но даже у этих сумасшедших богатеев, у маньяков, выкладывающих по 7 тысяч долларов на то, чтобы наши специалисты показали ему, куда нужно всадить лезвие, чтобы животное мучилось подольше. Даже у них не хватает духу прирезать молодого быка. Им это и в голову не приходит. Они смотрят в глаза пышущего здоровьем зверя и испуганно проходят мимо. Инстинктивно выбирают старого, облезлого, с потускневшим взглядом. А потом со страшной улыбкой на лице жуют свой жесткий стейк куса горелой резины. Им кажется, что они собственными руками вершат естественный отбор, словно бы на время берут на себя функции самой природы. Но природа также учит нас. Старый зверь, не способный никому дать отпор, может выжить, если забьется в самый дальний угол и сделает вид, словно его вообще не существует. Тогда, может быть, молодые хищники пройдут мимо. Мистер Скотт отвезет вас обратно. Я опаздываю на встречу. Уенная, говорит, история. Но скажите, говорит, черт возьми, что здесь происходит? Мистер Бойд, вы не поверите, я только что говорил по телефону с одним человеком, он как раз вспоминал о вас. Да, я в последнее время очень популярен. Намек, да-да-да. Кстати, мистер Бойд, не могу удержаться и не спросить, почему 500 000? Угроза, да. Иди нахуй, Трой Стар. Нормальный намек, да. Наро. В городе 2 недели орудовал безумец, а вы не сделали ничего, чтобы его остановить. Что стало бы со Фрибургом, если федеральные агенты не пришли помочь? Город захлестнул настоящий паника после вашей пресс-конференции. Город заслуживает знать правду. Продолжу бороться с преступностью. Без комментариев. Нормально нам намекнули. Но мне пока еще рано, понимаете, на мэра газовать рано.
далековато. Еще долго. Я богат! Как вы, говорит, все меня задолбали, блядь! Я, говорит, сука, выиграла в лотерею, блядь! Вы, говорит, как нарывы на моей жопе! Я, говорит, сегодня беру, говорит, самолет и улетаю! И буду, говорит, нюхать кое-что на спинах чернокожих мужчин! Короче, лучшая серия Easy Money, Easy Bitch. $202,000. Нам не хватает всего 300 тысяч до... Ну, вы поняли. До нашей мечты домика, деревни. Ставь лайк, подписывайся на канал. И желаю каждому, кто поставил лайкос и на меня подписался, тоже такой же суммы денег. Ну, а кто меня давно смотрит? Ребята, у вас и так все есть. У вас есть я.